Жители Казани почли память погибших во время трагедии в Керчи. Горожане возложили цветы к народному мемориалу на площадке у фонтана в Ленинском садике. Казанцы оставили возле мемориала несколько плакатов с надписями. Большинство из тех, кто пришел сегодня в Ленинский садик, студенты КФУ, которые не остались равнодушными к этой трагедии. Они почли память жертв массового убийства минутой молчания. От лица всего студенчества мы хотим выразить глубокие соболезнования семьям погибших и также пострадавшим. В результате этого массового убийства мы глубоко скорбим по произошедшему в Керчи и надеемся, что подобных случаев больше не произойдет ни в одном уголке России. Напомним, 17 октября в 1:40 в Керченском политехническом колледже произошла серия взрывов и стрельба. По последним официальным данным погиб 21 человек, 52 раненых. Этот теракт квалифицировали как убийство двух и более лиц, но в связи с выясненными обстоятельствами это не перестает быть терактом. Теракт против жизни, против воли людей. И меня переполняет чувство непонимания того, что зачем этот молодой человек совершил это. В Следственном комитете установили, что стрельбу в учебном заведении устроил 18-летний студент Владислав Росляков. Расследование дела продолжается. Регина Насибуллина, Зуфар Галимов, Владимир Нелюбин, Универньюз.